Что ты скажешь об игре Стива Лю, который из группы Тото, один из самых ярких гитаристов конца 70-х, 80-х, который по-прежнему активен и не теряет хватки. Ему хоть 4 минуты. Да, он плотненький чувак. Единственное, что у него будут странные штриховые пассажи, то есть он как будто берет тоже немножко не по зубам себе как бы пассажи, то есть слишком какие-то там есть псевдопикинги, но так, тем не менее... И кто-то говорил, что он типа почти всю западную попсу записал. Ну, солики не видно. Там еще какой-то видос есть. Hey, this is Steve Lukather. If you know, when you see an E chord, what do you play? Bridge, right? So for... Ну, то есть в таком как бы нормальный, но без виртуозити. То есть это не тот гитарист, который ты врубаешь и просто с выпученными глазами смотришь. Типа там, не знаю, какой-нибудь Рик Грэм, да, который просто... Срыв крыши, для сравнения, допустим, сейчас. Вот Рик Грэм, это будет максимально опасный чувак. Допустим, вот. То есть такой чувак бодрит. Все-таки Лю, который этот, ну, как бы нормально, уже просто такой, типа, семидесятник.